Нелегальная торговля на улицах несет с собой не только опасность для здоровья людей, покупающих продукцию, не всегда подвергнутую в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе, но и неприглядный вид. Как, к примеру, и эта торговая точка у дома номер 7 по проспекту Ленинского комсомола. Товар, конечно, весь стоит на земле, что это не должно быть, это не соответствует правилам торговли. Потом не оформлены ценники, ни вывески, кто это у нас реализует товар, вообще практически ничего нету. Согласно постановлению главы Ленинского района Олега Хрумова, о размещении стационарных точек определены места торговли. В данном случае у предпринимателя есть разрешение на торговлю только внутри палатки. Но, как мы видим, продукция вынесена на улицу. Выдается согласование на каждую соответственную точку. Здесь пока мы согласования не видим на эту точку. В Расторгуевской части города, на привокзальной площади, мы увидели похожую картину. Ни фамилии продавца, ни предпринимателя. Продукция, правда, не на улице, но сертификата на нее увидеть не удалось. И документов ничего продавец не представляет, как наименование организации тоже ничего не говорит. Вы сами это видите. Я так считаю, что как-то мы должны принимать меры к закрытию, демонтировать в дальнейшем, там перемещать. Правила торговли распространяются и на людей, выращивающих на своих земельных участках зелень, овощи, ягоды. Для них определены бесплатные места на рынке «Красный камень» в городе Видное. На рынок почему не идете? Я вам говорю, там нас прогоняют и говорят, что нету местов для вас. В общем, идите туда, откуда вы приехали. Я говорю, я с Калиновки, у меня дача в Калиновке. Я говорю, вот у меня уродился немножечко, вот я решил продать. Нету местов, у нас все занято. Тут же на месте мы попытались связаться с администрацией рынка «Красный камень». Площадок у нас, ну, грубо говоря, там три места. Два на входе, одно уже на территории. Но не всегда бывают эти бабушки довольны этим расположением. И, собственно говоря, что вот им там в городе лучше. И уходят туда, в город. Но если ко мне и к нам вообще, в принципе, на рынок обращаются, мы всегда располагаем всех. Правила торговли предполагают порядок предписаний, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В Ленинском районе и городе Видное рейды по проверке законной продажи будут проходить 2 раза в месяц. Людмила Медведева, Константин Брылов, Елена Кошлева, Видное ТВ.